В этом году павлодарские поисковики установили имена 10 солдат и офицеров, погибших во время освобождения Ленинградской области в Великую Отечественную войну. Тяжелые бои там тогда вели 314-я и 310-я стрелковые дивизии из Казахстана. Эти войсковые соединения героически проявили себя на Синявинских высотах и сыграли важную роль в Ленинградско-Новгородской наступательной операции, понеся огромные потери. Многие красноармейцы считались без вести пропавшими. За 14 лет поисковому отряду «Майдан-Жолы» удалось выяснить имена 300 неизвестных солдат. На братских могилах установили 24 памятника. Есть определенные результаты. У нас есть результаты и в полевом поиске, у нас подняты много бойцов. Есть и архивные достижения, найдены много установлено судьбы людей, которые обращаются к нам. И я очень рад, что за эти 14 лет, которые проводим огромную работу поисковую, наконец обратили внимание и оценили тот труд, который делают поисковики отряда «Майдан-Жолы».